Жительница города Оша Наргуль Рысбекқызы безвозмездно получила от государства 100 тысяч сомов. На эти деньги участница проекта «Социальный контракт» планирует приобрести 2 швейные машинки и открыть небольшую мастерскую. Также она намерена обеспечить работой еще 2 девушек. Сейчас я планирую совмещать семью и предпринимательство. Начну с малого бизнеса в сфере шитья. В целом, самим собрать 100 тысяч сомов непросто. Поэтому хочу выразить благодарность государству за такую возможность. Сегодня 95 семей, решивших самостоятельно начать малый бизнес, получили по 100 тысяч сомов от государства. Сертификаты вручила министр труда, социального обеспечения и миграции Джилдыз Полотова. В этом году на участие в проекте «Социальный контракт» в городе Ош подали заявление более 200 граждан. Из них были отобраны 95 семей. Большинство участников заинтересованы в швейном производстве и торговле. На церемонию вручения сертификатов были приглашены участники проекта прошлого года. Всего в 2022-2023 годах по городу Ош в социальном контракте приняли участие 210 семей. За этот период они добились прогресса в ведении своего бизнеса и на сегодняшнюю ярмарку привезли продукцию собственного производства. Раньше я брала в аренду швейную машинку и шила на дому. Но после того, как я получила безвозмездные деньги от государства, то смогла приобрести 3 машинки и открыть свой маленький швейный цех. Мне хотелось создать личный бренд одежды. И сейчас я стараюсь шить уникальные вещи. Их я привезла на эту ярмарку. Анализ показал, что в прошлом году большинство семей на деньги от соцконтракта приобрели крупный рогатый скот. В этом году правила проекта немного изменились, и теперь разрешено покупать только мелкорогатый скот. Основной же упор делается на развитие предпринимательства. Также социальные работники курируют и оказывают всестороннюю поддержку семьям, которые только начинают свой путь в бизнесе. В прошлом году в проекте «Социальный контракт» приняли участие 10 тысяч семей по всему Кыргызстану. За 2 года этот проект действительно стал успешным. В этом году деньги выданы уже 23 тысячам семей. Конечно, встречаются участники, у которых прибыль от бизнеса небольшая. Но 98% участников, которые уже 2 года развивают свой бизнес, в среднем получают доход от 10 тысяч до 20 тысяч сомов ежемесячно. Отметим, что в прошлом году социальный контракт по всей Ошской области заключили 2959 семей. На сегодняшний день 90% из них занимаются предпринимательством и улучшили качество своей жизни. Нагима Бакаева, Манарбек Арзыбекулу, ЛТР, город Ош.